пока пишет не в сети. Как кличка есть. Пока пишет не в сети. Да ты у меня хромакей же начал есть. Сразу же, как только я стрим запустил. Начинаем настраивать все это. Получить уведомление, когда на входе жив. Угу. Долбанная камера. Так. Очень темная. Сейчас мы тут все подключаем, все фильтры. Долбанный хомяки, как он меня достал? Вот быть реально. Так, вроде работает. Хрен знает. Проверочка. Раз, два, три, раз, два, три. Проверочка. Раз, два, три, раз, два, три. Проверочка. Так жрет, мерцает, господи. Ну ты что делаешь? Ладно, можешь свет включить? Спасибо. Ты уверен? Ну а что делать? Придется? Может, он спать ляг? Не знаю. Не знаю. Типа не мои проблемы. Ты на учебу надо завтра? Да, но у меня практика. Во сколько? Ну, у нас стоит. Блин, я могу ко второму, могу к третьей к ним поехать, типа, вообще пофиг. Там немного осталось домиков клей. Завтра последний день практики. Вообще все делаем. Класс. Ну-ка, жрет он мне что-нибудь. Достал мне хромакей этот сраный. Господи. Запущено все. Привет, обнови страницу. В смысле? Не понял. Вроде получше. Ну ты и песня. Бутерброды. Так, у себя тоже обновим страничку. Вроде бы тихо. Вроде бы тихо.
Я тихий, в смысле, да? Тогда мы сделаем немножко по-другому. Вот так меня должно быть слышно. Я еще орать буду в этой игре, я уверен, так что не переживайте. Так, со звуком как? Нормально сейчас? Порядок? Еще кто-нибудь есть у нас? Ребят, отпишитесь, пожалуйста. Мне сказали, я буду орать в этой игре. Так что в принципе, нормально, но когда ты замолкаешь, может, музыка кажется слишком громкой. Хотя твой голос и музыка на одном уровне. Страшно, не страшно, мы сейчас посмотрим. Я вон с Бугимена тоже скучал, потом орнул. Ладненько, чё? Самому не страшно. Это я думаю, надо начинать. Мали сложности. Игра Outlast 2 содержит сцену тяжкого насилия, изображения крови, графический сексуальный контент и ругательство. Наслаждайтесь. Как ты сказал? Контент. Послась. Ёбаный хромакей. Сука, я никогда с ними не справлюсь. Это просто абзац. Да он бесит меня. Ты работать будешь, нет? Нифига мечтает записи полностью. Ладно, хрен с ним, пусть он жрет меня. Половину моего лица сожрет, но зато не будет рыбить, как сучка. Уже не знаю, как с ним бороться. Вот ты подошла, тень пустила, все, он уже не работает. Не надо было его дергать, спасибо. Я ж поправить хотела. Все, больше не трогала, просто не трогала. Пусть будет складка. Он теперь просто ребит. Твою мать. Вот не надо, вот обратно сделай эту складку, блядь. Спасибо. Ты же как-то камеру подвинул, что ли. Это не слышу. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Я понял, все проблемы из-за баб. Из-за этого мы сейчас разобьемся, потому что она хочет куда-то там к заводу. You work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. Пилоту пиздец, он разобьется, лысый вон какой сидит. Эту придется спасать. Да, давай. Это я перед стримом. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost her!
lost the engine. Fuck! Fuck! Я не могу, я тупо потерять двигатель. Ну, может, их сбили? И не надо там вставить на паузу, чтобы у меня что-то спросить. Ну, я ты как бы не ролик на ютубике пока смотришь. Джессика. Та баба, что ему снилась. Угу. Ну, вроде ничего такого. О, кто-то есть. Директор школы. А судя по прическе, тот пилот. Наверное. Шесть вечера. Темнота, блядь. Это год или что это было? Непонятно. Отсылка, наверное, к фильму «Сияние». Как выйти от себя? Escape. Найти Лин. Окей. Бежали. Костанка. Важные события должны быть сняты на видео. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы завести камеру. Запись начнется автоматически, о чем свидетельствует мигающая клавиша REV. Когда мигает символ REV, значит вы... Значит, вы правильно навели камеру. Самое событие. Вот оно, мое событие. Снимаем. Уже закруточка идет. Доступ к камере тап. Почему каждый раз досмотреть? Лин's body wasn't in the wreckage. Тело Лин не было. She could still be alive. Она может быть еще жива. Ясно. Oh shit! Jesus! Is no, there's no bodies. She's not in here. Лин! Лин! Винтик. Блять, что это? А, огонь. Фак ми! Что-то увидел? А, вот что он увидел. Not happened in the crash. Это случилось не при крушении. Вот это комментарий к видео.
Да, клево тебе. Ни о чем не беспокоиться. А, чтобы обернуться налево. Чтобы обернуться направо. Только налево можно оборачиваться, понятно. Речка. Походу мой компьютер не выдерживает это. Так. Ну давай пониже что ли сделаем. Блин, не хочу низко. Давай вот так. Это что-то FPS-ик падает. Рыбацкой игре. Is anybody there? Кто-то есть? Открылась. Hey, hey, man. Oh shit. Oh shit, you're. Блин, да, даже ты просто так вышло. Что здесь у нас? Эй, что такое? Вы можете осматриваться с помощью изменить масштаб. Моя дорогая, милая Эльда. Я не могу вынести того, что мы сделали, и не могу быть вдалеке от наших малышей, поэтому я решил покончить жизнь. И надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставлю тебя одну. И да, простите меня, Господь, этот последний грех. Я знаю, что мы должны были принести их в жертву, но моя душа разрывается, и я больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы можем снова быть вместе. Если только Господь не обречет меня гореть вечно за этот грех. Пока же я надеюсь, что в руках папы Нота ты нашла утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой Том. Блин, включай обратно. Отпусти это. Так, а как ты сдох, Том? Ты поел стыпни Элли? Или сам что сделал? Я чуть не откинулся как-то, когда сам себе картошку сделал первый раз. Ага. Детки какие-то. Кто там пинается? Всюду какие-то иконы. Здорово. Эй. Чё, блядь, близняшки что ли? Войняшки. Блин, у меня так надолго батареечек ведь не хватит. Ходи себе на камеру снимать. Это корова? Лопаты кишки погребали. Стой! Стой! Что-то мог поднять? А, спрятаться. От кого мне прятаться? Они от меня убегают. Здрасте. А, это этот и есть. Куда морят? Батареечка. А. Помоги себе сам. Что-то я снимаю. Полная задница. Че это тут? Кто-то ушел, а здесь фото детей.
мемориал какой-то. Да блин, у меня только батарейки на что не хватит. Я уже две просрал, единственные, которые нашел. Окно, окно, окно. Блин, птица, блядь. Книжки, книжки, книжки. Дверях есть засовы, можно использовать, чтобы заблокировать и разблокировать дверь. Да. Ладно. Открылись. Дырочка. Ха-ха. Кто входит? Сатана, Сатана, что-то там бог. God. Больно. Записывалечка. А. Песни повитухи. Дитя идет, готовьте нож созданию ночи. И матерь за грехи свои несет врага внутри. Хором. Славься Боже, бурю шли. Нам неведом страх. Брах родился, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живот растет, растет дитя, посланец тьмы и их сил. Темных сил. Вообще ничего не читаю. Аккуратно молимся. И свой готовит нож и языки. Кто-то родился. Кого-то убили. Ясненько. God. Где так хоронят, да? Прикольная погремушка. Жалко, она им уже не нужна. Скажите мне, чтобы батарейки бесконечные, а? Пожалуйста. Крещение лезвие получено. Распылитель трудных семян. Что, прости? Кто это сказал? Ты же высокая, да? Ебанулась! Я не удивлен, что тот мужик с собой покончил. Мне кажется, это была его жена. Ой, блядь. Блядь, она что-то как будто бы в упор теперь. Ладно, мысль понял. Где ныкаться? Конечно же, батареечку возьмем. Где ты, блядь? Сучка. В толчке от нее заныкаться? Блин, она прям засела. Нет. Да тут по-любому только сюда идти.
Ёбаный в рот. Может, толчок все-таки? За мной бежит дура, блядь. Что? Нет, я не побежал на стуле. А, в этот раз она мне яйца не оторвала. Ну классно. Она еще по-разному убивает. Уже хорошо, блядь. Может, мимо нее прибежать просто, и вот я уже что-то не нашел, куда тут ныкаться. Да блядь! Сейчас мы, блядь, ползем. Ты идешь? Да ты чё, по запаху меня нашла? Ладно, попробуем мимо нее пробежать. Ну все, блядь. Пошла вон. Пошла вон. О, блядь. Куда, куда, куда? Собежай. Еще разик. Давай, беги, блядь. Беги, Форест! Давай, давай. Вроде как по кругу. Вроде как оббежали. Ты, сука. А, долго нельзя, мы устаем, да? Дверь открыть. Это тупая здесь. Ой, блядь, я его слышу. Куда здесь бежать-то вообще? Я просто что-то не заметил. Так, толкан от нее не спрячешься. Толкание она может меня только загасить. Ну давай, иди сюда, тебе обходить придется. О, вышло. Иди, блядь. Отлично, блядь, заперто. Залезай. А кто за... Засов. Ты что творишь-то, блядь? Паника, давай. Закрой нахуй. Отлично. 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 Интик. Используем как туалетную бумажку. Так. Куда от нее деваться мы придумали. Отлично. Или не придумали. О, может ее бунгало завалить? Блять. Мне придется выйти.
Точно, мать его. Я тут запру нахер. Аж в окно за мной не вылезет. Рискованное мероприятие. Ну, попробуем. Ладненько. Ты где? Ладно. Где тут нет пока. Отлично, блядь. Несется нахуй на всех парах, блядь. Заходи. У меня же брызги страха из окна побежали. Я извиняюсь на эмоциях. Что делать с этой историчкой-то, блядь? Что ты капсом был, слышишь? Нельзя капсить. Так. Да пошла нахрен. Леся спит. Ну да, я ору тут. Сори. Так. Вон, а сейчас мы ее обдурим. Забежим в дом. Сашка, ой, плохо. Ой, плохо. Быстро, быстро, быстро. Зашел. Закрыл. Хорошо. Хорошо. Тут нельзя сохраниться. Только сохранить и выйти. Так. Делать с этой дурой. Ее запереть как-то здесь надо. Вот. Что ли, блядь? Ж меня находит. Она прям в доме загасит. По-любому я что-то упустил. Ага! Давай, ползи, придурок! Да сядь ты, ползи! Господи, блядь! Начал подкатываться! Так, ну тут с ящиком все понятно. Гадалки, не ходи. Ящик подкати. Так. Блядь, она еще здесь. Писанюка. Ой, я... да ну нафиг, Жор, я не хочу это читать. А, и ваши люди разожгли войну на полях сына моего на земле израильской. Земли мои опустошенные, но семя мое принялось против Вавилона, бла-бла-бла. Конечно, все очень интересно. Не хочу. Это резко сбавляет экшен игры. Ну, сейчас мы наебнемся где-нибудь здесь, да? Не доползу я до туда. Очки ищет. Jesus! Сучка. Ты что надо? God wants me dead? Okay. Пошла вон.
Дора будет меня преследовать теперь пол игры. Винтики, батарейки. Ваша камера оснащена микрофоном, нажмите V, чтобы слушать через стены и записывать звуки. Окей. Все из-за горы силы, которая пустына. Не успел. Я могу спрятаться под кроватью. Полезная информация. Ладненько. Никого нет. Наверное. Чё все распучит так? О, там кто-то веселый. Вроде добрый. Привет. Вы чё, блядь? Хуй там. Я в домике. А, блядь, ходит там, смотри-ка. Сука. Пошел на. Кто закрыт? Они окно разбили. Страшное лечение. Нашел, блядь, лечение. Я думал, на бегу хотя бы будет. Вот сучёныш. Привет. А, спасибо, что зашла. Я только что избавился от суки. Страшно. Короче, новые неадекваты. Нарисовались. Надо как-то этих обойти. Оп. Маршрута их не знаю. Знаю только, что меня нашли в этих кустах. Еще знаю, что они ух-то разбивают. Ага, ага, вали, вали. Молодец. Они сюда тоже ведь зайдут, да? Рано или поздно. Блять. Как ты скрытно дверь-то окошко открываешь. Твою мать. Мамочки! Их двое. Они бегут быстрее меня. Что за... Что-то было, блядь. Свет божий, блядь. Ага. Записывайте, я читать не буду сейчас. Уёбываем. Ага. Дверь откроешь?
We cannot only try to be like Jesus, we need to be like God. Это которая с вертолета со мной была, да? Лин. Fuck. Ага. Шутку о чем? Да, блядь, открывай. Назад. О, он там режет ее, что ли? Ага, пошел ты. Хорошо, я тебя отпущу. Чуваки прям в клетках сидят. Я не буду их отпускать. Не надо. Слова забыл, орёт. Ключик-то я нашел, только я... А кто тут ничего нашептывает? А тут все разговаривают. Вот эти вот вообще в клетке сидят. Ну и чё? Чё, закончила речь? Блин. Чё будет, чё-то, блядь? В смысле блокируется? Я ключ зря нашел, что ли? Куда-то сюда. Батарейки, блядь, перевожу. Отвали. Вот ключ. Чик-чик. Блядь, открой дверь. Я люблю папу. Скажи папе, что я люблю его. Я был хорошим. Это, я так понимаю, их папочка. А я вот не очень что-то папу люблю. Он мне уже не нравится. Всякую ересь несет. Фанатики. Удачи, говоришь? Пассивки, так. Это мне свои чертовые руки, а, она еще живая там. Девочка там блокируется. Ну, они там что-то молятся, что-то делают. Да, первый театр. Чё, блядь? Я за тобой. Ну,
конечно, ты ногу сломала, господи, ну кто бы знал. God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Hey. Ковбой. Ты ж только что ногу сломал. А, хромаки на наушниках, это просто он рядышком здесь буквально и отражает свет. Away from here. Ничего не будет. У меня всего одна долбанная лампочка вот над головой. Че ты за ручку меня держишь? Oh, мило. What is it? My stomach. Месяч. It hurts. Something's wrong. Fuck. Или в тебя что-то запихали? Давай, блювай, они кровь. I have to stop. I just... I need... Oh, God. Че, Библию, Jesus Christ, Lynn! What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Че ты не можешь? Please don't ask me. After all these years, they're coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul birth we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination I don't know. Myself. And he's insane. They're all fucking true. Insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is I'm pregnant. Us, what the fuck? Is oh, ты голоса, ты его ребенок, а? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Kill them. Please. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Okay. Revelation is upon us. Stay back! And we must we'll be gentle. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Слышь ты, блядь, я бы себе не шутила, но вертолет у него. No! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you... No! No! You motherfuckers! Get, no! Get off me! No! You leave her alone! Leave her alone! Yeah, Lynn! Lynn! Fuck you! Here it is! Я туда пришел, видишь? Fuck you, God, to death. Okay, I'm gonna go. Blake! Blake! Shh! Lynn, no! Wait! No, wait! Don't! No! No! Oh! For fuck's sake! Take her home. I wanna share my love with the father. Motherfucker! Давай, мне глаза выдави. God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. We have mother. I think I'll see you again. Я не знаю, что меня еще не убьют. Пока что, потому что эта баба меня хочет. О, shit! Лин! Не убили? Забрали? Забрали. Лин! Ну все, хоры истри. Где управление уже? Jesus! Jesus, God! Fuck, where are they? Блин, кишки выдавили. Уж долго сейчас. They called Лин... Mother,
And it's not just the cult. It's two sides. Christians and... something else. Чат. Внимание, происходит расстрел чата 3-2-1. Ту-т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 у. Перезарядка. Ту-т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 у. Очистка чата завершена. Капу в чат, если выжил. Ясно. Походу это Лиза, да? Спасибо за донат огромное. Спасибо. Из этих капель теперь можешь их убрать? Конечно, нет. А куда теперь ты? Аж как-то через этих. То, что тут на мосту ходит с этой стороны, это он не сыт, а он по воде ходит. Понятненько. Ну, в доме никого нет. Заперлись. Ничего полезного. Где ты, блядь? Подожди, пока он свалит, что тихо. Это точка, это когда меня не видно, да? А так меня видно. Где? Все. Вот мой шанс. Люки, это хорошо, в люках ты не умираешь. Что за ах? I'm dreaming. We're out of my fucking mind. Ничего. Ты, блядь, выбери диспарт, не ожидал. А, я еще это все могу и снимать. Глюки свои снимай на камеру. А потом можно будет пересматривать записи и увидеть, что там такое на самом деле, да? Очень надо посмотреть. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Ага, мне теперь надо. And Lynn. Две девочки с детства, о господи. Ладно. Fuck. Back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Вернулся что-то. Потяните. Сейчас опять какая херня произойдет. Здрасте. А, ну да, сейчас меня отгрузит. Нет? Ладно, идем дальше.
Открывайся. Открывайся. О, открывайся. Девочка. Нихера ж не видно. А ты меня сожрать случайно не хочешь? Каннибал какой-нибудь, по-любому. My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when Nah first himself in my Annalee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby hit with her, was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Пойди батареечку поменяю. Так что там про ребенка? Сука, на самом интересном замолчал. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I should head down the roof, so I'll get down there. You can hide till you're fixed up. Да ты сдашь меня, блядь, как только я туда залезу. Мастер рассказывает историю. Любимый парень. Где-то или убежище какое-то. Нельзя взять больше винтов. Вот чтоб ты мне ящик батареек еще дал. Спать. И, конечно, днем передвигаться он никак не додумается, да? Только, блядь, ночью. Я вообще хуй уснул. Я за что вырубиться. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. I ain't had nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of the outsider was. Prophet don't need спасибо, что подписался. The devil's whore interrupt me. Not questions even now other heretics at chapel. God will guide. Мой, блядь, опять эта истеричка. Ты там рестлинг, блядь. You sin when you deny the prophet.
You send sense to the night. Grace! Grace, just let me talk now! No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Be still. Баб, ты сильная. Какая здоровья. Take your penance. Чего успокойся? God loves you. I hope you find your daughter. She's dead. Что, вылазь? You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. Да. Ты меня не сдал. Я думал, он меня сожгет. Пойду у нее спрошу, что она хотела. Breaking forth of, yes, the children of hell, but also the opportunity of our salvation. Нагибатор 95.30. Спасибо за подписку. Спасибо, что смотришь. Not will redeem us from death. For even redemption. Что-то хочет эта бабушка. Что-то рассказывает сказки. У меня нет батареек, ёбаный. Ладно, пусть она сваливает. Писос, у меня батареечки кончились. Теперь, если темно, то темно. Речки для меня. Так. Вообще прикольное место. Наверное, скриншотик сделаю. Оп. О, ну где-то, наверное, когда я начал? Ну, почти час назад, чуть меньше, минут 50 назад начал стримить. Эту игру имеется в виду. Так, в общей сложности, может, месяц, полтора, да? Так. Я хочу найти батарейку. И как по заказу. Есть одна. Винтиками я не пользовался. Винтиками мне не нравится. Ничего, скриншотик мне нравится. Кукурузное поле, все как надо, сейчас будет экшен. Так. Ну давай, пока заряд есть. Блин, кто-то бегает уже.
Блин, еще кого-то ебануло. Че, подкоп есть? Подкоп. Опа-на. Надо срочно искать какую-нибудь дыру. Спасибо, что вставила мне зарядку прям вовремя. Ладно. Да-да-да. Только ты их предупредить забыла. Сейчас они меня тут... Блять. Что, перелезешь? Сука. Куда ныкаться, блядь? Они идут. Ладно, здесь никакой дыры нет. Напролом. А вот и дыра. Резко. Быстрее давай. Что здесь? У меня больше нет батареечек. О, у вас нет аккумулятора. Это он же не один, их трое. Ползу, чё ползу? Блять. С двух сторон, блин, ещё болит. А вот урод-то, определись ты уже, в какую сторону светишь. Милаша, Рус. Привет, спасибо за подписку. Спасибо, что зашел. Блин. Надо как-то его оползти. Зараза слишком близко. Второго будем опороться. Я хожу кругами. Вообще не вижу, куда иду. Еще один, зараза. Мельница ориентирует. Бутровик стоит. Хрен с ним. И куда-то я вышел. Уже хорошо. Ага, тут несколько ходят, нюхают вот это вот все. Ищут. Батареечка, батареечка, батареечка. Хе-хе-хе. Есть батареечка. Это не может не радовать так. Блять. Вот урод. Жулик, жулик, уходи, да? Жулик, не воруй. Да. Чё? Давай до перерыва чуть-чуть подожди, пожалуйста. Сейчас я с этим пулем разберусь. Сделаем двухминутный перерывчик. Твою мать, это похоже на закрытие. Ага, который можно перепрыгнуть. Только не иди в мою сторону, шляпник. Что
сторону, в сторону. Уходи. Да ёб ты, блядь. Ну, пожалуйста. Подвисает стрим. У всех подвисает или только у одного? Не охота, чтобы он подвисал. Нихуя не вижу. Ты уйдешь уже? Блядь, я выскочил прямо на Фредди Крюгера. Прыгай, блядь. Ёперный, он за мной прыгнул, да? Ладно. Еще один. Че, нахер я лечусь? Блядь, только подойди ко мне. Дорать. Я думал, ну что, там еще один был шляпник. Тогда уже привал. А, похоже на окно. А, похоже на бочку, блядь. Тебя тоже? А, подвисать в смысле рывками? Это у меня игра тормозит, ребят. Скорее всего, поэтому подвисает. Или прям загрузка идет, прогрузка. Угу. Прогрузка идет или сама картинка подвисает? Maybe there's a way through the barn. Бля. Когда есть дверь. Ну, вы говорите, стрим под... Не спайн, пожалуйста. Видимо, наспайнил много. Блин. Передохнуть не дают. Блин! Еще один со спины. Все, мне пиздец. Я второго не заметил. Ай. Надо было свою дверь закрыть. Надо было. Блин, там же можно наверх подняться. Ладно, сейчас. Если бы дверь хуй закроешь. Делать что? Вот он, блядь, вот он. Да ползет. Ты не видишь, что ты сюда идешь? Ну конечно, блядь. Как удобно, что я могу здесь проползти, да? Так, а вот второй где, который мне там со спины приветствовал? Вот он, вот он. Быстрее! Толкай, блядь! Я уже пиздец, хулиганы. А дверь закроешь? Нахер нам дверь закрывать, да? Они ж ползать-то не умеют, как ты. Ладно, с этим разобрались. Ребят, пару минут перерывчик, пожалуйста. Я вот... Блять. Опять меня нашел. Куда ты побежал? Я беденчить побежал. Так. Ладно, куда здесь дальше-то? А, блядь, все. Какая-то цепочка. Блин. Говорит-то, блядь. Чтобы нет, вот нет. Может, прям тут под ногами.
сейчас крутанут-то, блядь, что-то случится с моим. Фу, блядь. Японские связывания вот эти, вот, знаешь. Перестарались. Ладно. Давай, по инспекции играл. Он мягко упал. Вот сохранение, наконец-то. Ладно, ребят, 2 минутки. Перерывчик. Сейчас. Ребята, у кого подгрузки, попробуйте остановить, паузу поставить на стримчике, буквально на секунд на 20. И в обратку. Я надеюсь, хомаки мозги делать не будет. А то я выключил свет. Теперь тут только эта лампочка. Ничего. Надеюсь, все вернулись, успели покурить. Кто курит? Да теперь. Ну это какая-то хуйня сейчас выскочит. Слишком все спокойно. Сюда не залезу. По стенке побежим, как в инспекции. Не? Ладненько.
Удачная попытка. Еще разок. Черт. Ну следы крови сюда показывают. А, дохлая птица. Идем по дохлой птице. Белка, музыку выключи, пожалуйста. Что за дела? Сел тут постримить, она музыку включает. Чего? Пожалуйста, выключи музыку. Нет. Пожалуйста. Сделай так, чтобы ее не было слышно. Сделай так, чтобы ее не было не слышно. Я через наушники ее слышу. Люди на сцене так и подавно. Ну здесь уж точно. Да прыгни. Я начал сомневаться. Возьми с собой. Из бутылки. Хрен пойми, что за горелка такая. Ну чё ты, блин? Полазь. Тут снимаем чучело рогатое. Надо его с... О, вот так снять. Так прикольно видно. Кстати, Church. Тебе Саша рассказывал? No, no. Some kind of heretic temple. Да, рассказал ей про мастера. Конец башки. Прикольная кукла. Я туда не допрыгну. Кто сюда допрыгну? Это очень крепкая Джессика. Ползем. Ну что, ты ползли? У тебя нет батареечки? Думаю, заканчивается.
Ну, прям экшен начнется. Я не готов. Сохранение за сохранением, конечно. Писулечка. 9 марта еще больше детей умерло. Но отговорить, что такое где-то убийство, не грех, ведь все являются солдатами армии Господа, мученики пали на поле и так далее, и так далее. Не лень читать, чего вы так на меня смотрите? Так, ладненько. Живой, да? Блин, Васа, блин. Сейчас как прыгнет на меня. Так, я сам себя больше пугаю, по-моему. Ну, блин. А, тут выше. Еще немножко кайфку убавить, что-то мне не тянет видеокарточка, не тянет, или скорее всего проц, видеокарточка должна тянуть, все уже на среднюю, куда больше-то, качество текстур, теней, ну давай так что ли попробуем, качество эффектов, ну ладно. Полегче. Хоть полегче. Так, наконец-то товарищ всего. А, нет. Прикол. Пришел куда? А, ясно, шкаф. Ну, сейчас начнется беготня. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Power's cut off. They've got to have a generator or something. Fucking thing doesn't run on prayers. Штука работает на моих. На веру. Up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this arbor is the place of the breaking forth of yes, the children of hell, but also. Где-то, блядь. Это твою мать. Я ведь не вижу.
Aš priimta. But it is joyous all, for we are in the sorrows of a travail. Это хорошо. Хорошо, что она уходит. Тарички нет? А тебя? Что, блядь, на меня смотришь, что ли? Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of thine are bound up and all debts to God come due. There's wailing. There's pain. There's blood. But it is joyous all. For we are in the sorrows of a travailing woman. And this arbor is a place of... Блин, это в доме надо валить. Он выходит из дома, отлично, блядь. Куда, 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 куда? Некуда. Пустый. Пустый. Сейчас меня найдёт. Вообще не двигаюсь. Че? Я в ней. Прикольная прическа. Какая такая прикольная. Да, он побежал туда. Поворачивайся. Блин, все батарейки просрал. Уходи давай. В дом там зайди. Твою мать. Последняя батарейка, походу, блин. Прикольно, что камера совсем не выключается, когда батарейки меняет. Есть бинтик. И батареечка. Твою мать. Сейчас он назад оглянется. А пока он там оглядывается, я за батареечкой. Конечно, блядь. Сходил за батареечкой. Иди на батареечку. Иди, иди. Двигайся. Смотришь куда-нибудь, нет? Опять пойдешь в кусты смотреть? Я походу вот сюда. Но я не уверен. Вот урон, вот урон. Ничего ты тут не видел, ты же тут был уже. По-тихому. Пролез. Блядь, так кто-то еще? Сука. Кусты, кусты, кусты. Я нашел кусты.
Будешь оглядываться? Нахуй отсюда, блядь, бегом, бегом, бегом. Успокойся, блядь, дебилы, перебей половину этих фанатиков. Вот дверь. Хрюва. Эту дверь нахуй. Особо нет. Молись, молись, блядь. Куда там, да? Пошла нахуй. Под дых бабуськи, да? Все, загнулась. Она не выживет. Так. Все, это просто этого не ожидал. Экшен. Секундочку, я тропанул. Да. Свычка. Уже совершенно тайно что-то там. И тут еще идет тричка. Тут сюда идет, давай быстрее, блядь. Открывай. Генератор. If I can find my way back to the elevator. Сейчас мы его. Ты не заметишь, что его включали, господи. Сейчас свет, блядь, повсюду. Да, я тоже не заметил. Слышь, иди сама сядь. Извини, пожалуйста. Ты спать мешает. Это было неожиданно. Я понятия не имею, когда экшен. Перетекает первый раз. Это... Тихонечко. Только кинься за меня, блядь. Перекину через перила. Так, там был шляпник и лысый. Надо через них пройти обратно к тому лифту. Бежит, бежит, бежит. Тебя бежит? Конечно. А, бабка дверь закрыла. Ну что, они сюда идут? Я уже готовился под столом мыкаться. Блин. Блюдки. Ага, в доме. Очку и вылазит. Наш где-то там. Стрючка, блядь. Вот она, вот она ходит. Сейчас она меня надо и будет. Черт, дела-то, что она так смеет. Let me
Так, ладно. Точно, они, наверное, бежали, потому что эту бабу испугались. Ясно. Они опьяны горят в дома. Да, она пиздец страшно. Куда мне от нее мыкаться? Вот в чем вопрос. Так, надо эту гадину как-то куда-то заманить. Как мы первый раз делали, да? Побежите. Закрыла себе, почти как поддыхнет мне. Так, и чё? Больше того папа жирного. Я начинаю снова другое место. Может, ты меня с собой пустишь? Бочка, давай спасите меня, бочка. Следующая бочка, извините. Есть. Убьемся. У вас нет бинта. Добивай. Будешь меня добивать? Ясно. К этой старичке тоже не подходить. А дальше... Так, с этой что делать? От бочки к бочке бежать. У нас первая бочка. Ага, идет. Ага. Смыкались.
вот этот момент мне надо вылазить и валить, да? Да, туда идет. Ну, подождем второго круга. Наверное. И в следующую плачку. Я уже устал ждать. Идет. Давай. Я просто супер стелс. Ну ты идешь что? Yes, Lord, like a pig. Давай. Будет почки свободен. Успей, Полезай. Что я сделал? Ладно, я мысль понял, короче. Самое главное, понятно, что делать теперь. Выходим. Выходим из стеночку с ножом. Успеть убежать. Сразу до второй бочки. План сработал. Сейчас узнаю. Надо начинать с первой бочки. Не шифтовать. Отличный совет. Не шифтовать. Debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all for we. Не шептай. Не шептал. Не спеша. Бочки. Вот здесь она выходит. Ага. Выдвинемся. Бежит, старается. Давай, спокойной ночи. Спасибо, что пришла. There's pain, there's blood, but it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this Ava is a place of the breaking forth of, yes, the children of hell, but also... Туда не пойду, и она не вылезет, да? Вот. Вс.
точно не должна найти. Жалко. Я же все нормально сделаю. Почему? Это какой-то рандом или что? The sins of Zion are bound up, and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joy. Точно спас. Так. Что теперь? Джессика. Все. Быстро же мозги промыли, а? Какая херня меня держала? Тут колодцы? Чё за тентакли? This was Jessica's.
Слазь, стой, бегаем прям. Сейчас выскочит, что-нибудь напугает меня. О, God, Jess. Так. Fuck. Пинтик. Wow,
Wings, jaws, inseparable. Insane. The fury of the Lord comes upon me! Тречку возьми. Быстро. Блять, не говорите, что мы будем как-нибудь пустым. Woe to the bloody city! Убивает. Опять бежать. Опять ползти там полчаса. Индик. Нельзя было сделать сохранение, когда ты уже подползаешь к концу. Ключом. Классно. Был бы у меня ключ. Единственный ключ, который я нашел, я уже потратил. Церковь. Как так он задет, а? Yeah.
causa. Wings and jaws inseparably inside. My first eyes cast back an unworthy ghost. For this, our heart is faint. For these things, our eyes are dim. Сейчас же, блядь, мышки. Я чё? Я чё не помогаю? Батарейка долго, дорого мне обходится. Удачно, вот надо было сохранение вот, подальше сделать. Непонятно, куда бежать. Я запутался. Я уже психовать начну. Мне реально надо фигню заснять, там дудка включится, что ли. А в наушниках все молиться упаду. Короче, бегу туда и снимаю, как толпы не идет на меня. Звучит будка и все. Консепшн. Еще давай тормозить начнем. Ползти. Thank you.
Ну вот, заскриптованная сцена кончилась. Ты выломал вот этот. Consume the flesh and spass it well. Не может быть. Окей. 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 Я, блядь, 10 раз ползал по этому сраному туннелю. Для того, чтобы они сюда выломали дверь. Да, блядь. Дюша, ты что, тупой? Сука. Woe to the bloody city. Пошел в жопу. Да, я могу сказать, сфоткавать поздно. Можно и подвигать. Все, блин, забаррикадировался. Как разбаррикадироваться теперь? Походу, надо будет открывать рейс с моей стороны. Нет. Окно? Тоже нет. Шкаф? Не вариант. Пошел. Wings or Jones? Верности или... А, это трусики такие, понятно. Вот такая. Здрасте. Хоум видео. Мне же не надо обратить, правильно? Это, блядь, шахта с трупами. Ай, блин.
Ah, shit. Чувак, куда? Такое скижарное, надо, чтобы сюда тело их упало. Пока я ползу. Делась камера, мне интересно. Что, блять, произошло с камерой? Так, опять секундочку, что-то я тут натыкал. Чё натыкал? Хрен пойми. Ой, блин, извините за неполадочки. О! Вот и камера появилась. Вернуться. Я тоже подумал, что кто-то... Чё-то, блин, с камерой тут просто... Пиво, блядь.
своему богу. Ага. Вот мы стоим. Мистерички бегут. Ладно, мы дошли до толчка, который надо сломать. Живого пиромики, а так все сначала. Итальянский паркур уже поставил. Thank you.
еще ломает. Ёшкин, ну ты же с 10-го раза, это кошмар какой-то. Винтик. Так, я уже устал. От этого дерьма. Блять, здесь вперед. Криками радовать. Только батарейка. Все детей перебили. Блин. Различия какие делали. Перед тем, как я дергаю, еще было понятно. Зад вперед. В вашем-то районе, наверное, нет. Сохранение. Блин. How do I get over there? Помолюсь, помолюсь.
истеричка. Ну твою мать, от них сбежал, так да? Ты же ебанутая, что с тобой болится? О, нога затекла. Че? Некуда идти. Я понимаю, здесь и дорога, и тут ровное место. Отвали. Ну, просто отвали от меня нахуй. Идет за мной, да? Да, прибас, это тупая, идет за мной. Песни будут поет. Просто отстань. Нравится, нет? Нет? Просто не ходи за мной, господи, вот. Ей понравился. Что он здесь против? Свободно и легко бы я все уже не чувствую. Просто вот куда мне, а? Куда делась та историчка с ножом? Блядь,
потом. Ластра и спать. Так. О! Телега. Класс. Я на здесь. Класс. Ему хотя бы не убежать. Ну, быстро. Телеги. Видишь, ни хера тут большим зрением. Твою мать. Отлично, блядь. Ну, пожалуйста, беги по мне. Я уже думал, все, блядь, опять бегать. Еще сохрани. Поведаться заставить. Сразу будет мочить. Крайне в исповедальне можно ныкаться. О, оружие для пыток. North! Who's there? Who are you? My name's Blake. The outsider? The father! I'm not anybody's father. I just... Kill me! You have to kill me! Нет, можно. North is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Чем тебе ёбнуть? Ah!
почему все? Еще нечем убивать. Я сейчас ту бабу позову, подожди. Гуляю. Здесь отыкаться. И что, на шуме спрятаться? Ясно. Я просто спрятался. We found her, Hizzer. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary! Oh, God! Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah! Please, tell him I don't... Let her go! Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. All right, babe. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. No! 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 Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. No! No! Я совершенно ничего не вижу. Rebellious angel, I have no fear. Enemy of my enemy, enemy of my enemy, enemy of my enemy. Hell, Josiah, can make it stop. God in God, for simple. Stop! Oh, God, please! Where is the woman? Where did Val take her? Stop! Stop! I'll tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Jesus. Your God and all this Americans. Look. Give the woman rest. Оставьте женщину, какой я говорю. Чё пялишься? Наверху в горах, ты что, не слушал? Выходи. Выходи. Наверху в горах. Ну, отлично, блядь. Открывай. Куда я забежал? Ага. Да, я попал. Блять. Еще один. Ладно, я думаю, на сегодня хватит. Спасибо, ребята, те, кто пришли сегодня на стрим. Спасибо, кто подписался. Огромное. Да. Сохраните, выйти. Продолжим, скорее всего, завтра.
Начало будет объявлено в группе ВКонтакте, но, скорее всего, в это же самое время, как и сегодня начал. Ну все, ребят, всем пока.